Конечно, мне хотелось бы пожелать нашим болельщикам, болельщикам нашей команды, нашего клуба огромного здоровья, огромного терпения. Продолжать также любить клуб беззаветно, иногда безотчаянно, иногда видя, что не получается что-то, но продолжать болеть, продолжать верить, продолжать желать успеха команде. Пусть будет какая-то критика, какой-то негатив, какие-то эмоции должны быть, мы поэтому играем, чтобы были эмоции, все не могут быть одинаковыми людьми. Но в целом мне хотелось бы, чтобы эти люди и любили хоккей, и приходили на хоккей, и сами занимались спортом, потому что здоровье – это не только поддержка команды, сидя у телевизоров или на трибунах, но это и активные занятия физической культуры, которые, безусловно, поможет вот в любом состоянии, при любых профессиях, независимо от возраста, независимо от пола. Просто занимайтесь физической культурой, будьте радостными, позитивными. Приходите на матч, болейте за Салават Юлаев. Ну, что я еще могу сказать? Конечно же, я хочу пожелать нашим парням, чтобы шайба брошенная, попадая в штангу, отскакивала не в поле, а попадала в ворота, чтобы вратарю удавались какие-то немыслимые сейвы, чтобы он вытаскивал любые шайбы, чтобы вообще как можно меньше шайб было в его воротах. И все наши вратари были в рейтингах на самых высоких местах. Я хочу, чтобы все мальчишки играли без травм. Потому что самое страшное, когда вот такие здоровые молодые ребята перестают играть из-за травм. И это очень печально для них, для их семей, для болельщиков. Мы их любим, мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя счастливыми в нашей команде, были подготовленными к этим матчам. И, конечно же, я желаю побед Салавату Юлаеву. И победа Салавату Юлаеву, я знаю, что это приободрит и зарядит энергией всех жителей Башкортостана. Я хочу, чтобы следующий 2017 год был для нас, для всех радостным, и у всех у нас сбылись мечты. С Новым годом!